Дорогие друзья и уважаемые коллеги, приветствую вас, ваш налоговый консультант Евгений Сивков на связи. Сегодня у меня для вас не просто новость, а настоящий юридический квест, связанный с миром залогов и ликвидаций. Прямо как в фильме, драма, интрига, неожиданные повороты. Ситуация следующая. Залогодатель требует снять залог после ликвидации должника. Звучит как начало детектива, правда? Суды первой, второй и третьей инстанции отказали в иске, указав, что долг еще не погашен и обязательства по залогу сохраняются. Но не так все просто. Верховный суд Российской Федерации в определении вынес свой вердикт. Должник был исключен из ГРЕО после окончания конкурсного производства, а залогодержатель так и не заявил об обращении взыскания на залог до этого момента. И тут на сцене появляется неожиданный поворот. С ликвидацией должника прекращается основное обязательство, а вместе с ним и обязательство по залогу. Эта история напоминает нам, что в мире финансов и права каждая деталь важна. Опоздал на минуту — и все, история написана без тебя. Друзья, помните, что знание — лучший союзник любой юридической баталии. Чтобы всегда оставаться в курсе самых актуальных и интересных случаев, подписывайтесь на наш телеграм-канал «Налоговая балалайка». Вместе мы будем готовы ко всем поворотам судьбы. Будьте бдительны и до новых встреч. С вами был Евгений Сивков.